4 декабря 2018 год. Улица Фасадная, 26, да? Да. Работы проводит СКС по устранению утечки. Вот она, трубка. Это раньше сколько уже это вот этот? Ну, вчера я обнаружил только. А, вчера? Ну, здесь, наверное, и не вчера, это до этого, наверное, уже было. И вы вчера заявку подали в СКС, да? Ну, мы разговаривали с Ванетовым по телефону. Ага. По телефону и по вайберу я ему скидывала. Я знаю, он у нас на контроле адрес. Угу. Ну, он говорит, сейчас делаем задвижку на фасадный, потом сюда. Вот сегодня начали здесь делать.